На площадке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Ректор года». Вручал почетные награды глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Среди номинантов на престижную премию был ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, чья профессиональная деятельность на высоком уровне была оценена конкурсной комиссией Российского профессорского собрания. Гафуров Ильшат Рафкатович родился в поселке Балы, Республики Татарстан. В 1983 году окончил Казанский государственный университет по специальности физика, после чего начал работу в сфере образования. С июня 2010 года является председателем Совета ректоров вузов Татарстана. С октября 2014 года депутат Государственного совета 5-го созыва. Вот в таком формате нас собирают впервые, и впервые вообще-то нас награждают, если уж по-честному-то. Да? Я думаю, вот эта очень хорошая традиция, она должна, ну, стартовав сегодня, иметь долгую-долгую жизнь. Я вот хочу поблагодарить и организаторов, наше профессорское собрание, поскольку я неоднократно уходил с инициативами не только ругать ректоров, да, но и как-то находить возможность их как-то хоть отмечать. Поэтому большое спасибо за сегодняшний день. И я думаю, для нас всех это определенный знак внимания и знак уважения. Спасибо вам большое и то, что министр нашел возможность вот в этом формате провести сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо. Вручение премии «Ректор года» в этом году состоялось впервые в рамках профессорского форума 2020, который проходил в Москве с 16 по 19 ноября в онлайн-формате. Итоги конкурса подводились на основании положения о премии и решения конкурсной комиссии Российского профессорского собрания, в которое вошли ректоры ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал лауреатом общенациональной премии России «Ректор года». Кристина Надыршина, Универньюз.